Книга «Открытым оком», вопрос 41, тема «Обращение ко Христу». Скажите, если муж член церкви, то может ли он быть поручителем своей жены? Ведь он лучше всяких женщин знает о своей жене. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. А почему бы и нет? Церковь интересуется духовным состоянием, готовящегося к крещению, и, естественно, свидетельство мужа, если он глубоко верующий и не обиженный на жену, достойно внимания. Но для нее все равно нужна будет рядом хорошая, опытная сестра, ревностная и трудолюбивая. Постарайтесь с такой познакомиться и заинтересовать ее собой.